Привет, с вами Авто МПС и два топовых супер автомобиля для требовательных профессионалов. Вот это был поворот! Я думаю, что речь сегодня пойдет про Porsche и Lamborghini. Да, друзья, вы в комментариях регулярно спрашиваете нас, на чем мы на самом деле ездим. И я раскрою вам секрет, это мой автомобиль. Я действительно купил Toyota RAV4, у меня никогда не было Toyota, у меня был Volkswagen Golf. Пока я смотрел на предыдущий RAV4, мне в голову не могло прийти, что я когда-нибудь стану владельцем этого автомобиля. А мое сердце вот всегда принадлежало группе Volkswagen. Так по жизни пошло. 180 сил у меня, 7-ступенчатая DSG. Отличный динамичный набор. Я думаю, японцы не зря приподняли мощность. Сегодня будет битва. Кстати, паркуясь где-нибудь в стесненных условиях, очень аккуратно относитесь к фронтальной камере. Первое, чем вы коснетесь отвесной стены, это будет именно камера. Машина с небольшим пробегом, она уже вся в коцках, потому что она фактически смотрит прямо вот вперед, и камушки, песочек, все, что к ней прилетает, прям бьют в стекло, и она уже такая немножко уставшая. Ну что ж, покрышка. Мы на грунте, на таком, на песочке. Заявленный дорожный просвет 200 мм, защита пластиковая. Погнали. Контакт был. Вот ровненько, как лежало, так и лежит, но контакт был. Посмотрим, чем ответит Toyota. Обещано тоже 200 мм и тоже штатная пластиковая защита двигателя. И... она сдвинулась, ну, на сколько? Вот на радиус покрышки. Полбалла, Петр. Разгон с места до сотни. Спорт режим. Будет два заезда с двух педалей и с одной педали. Очевидно, спорт режим. Две педали. Две с небольшим. Пошли. И это было неплохо. 6,5 на второй. 9,1. А теперь то же самое, но с одной педали. Пошли. Также 6,5. Это говорит о том, что у коробки есть запас прочности по моменту, потому что на первой передаче 9,2. 9,1 с двух педалей, 9,1 с одной педали. То есть нет особого смысла там нагружать коробку. Можно просто вот смело пулять, и все будет. Так, врубаем на мультимедии ESP Sport. Стартуем вначале с двух педалей. Так, 6000 почти крутит оборотов. 8,5 секунд с двух педалей. Tiguan старт с одной педали. ESP Sport. 2, 3, погнали. Эх. 5,5. 6. 8,7. Ну чё, хорошо. С одной педали 8,7. 8,5 с двух педалей. Игорёк. 8,7 с одной педали. Друзья, ну посмотрите, новые фонари, здесь светодиодики по очереди загораются, они вас приветствуют. Смотри, насколько у меня практичный автомобиль, это же Toyota. Бампер, у меня верхняя часть бампера, она не окрашена, это серый пластик, на нем царапины не видны. На нижней кромке крышки багажника тоже, если тебя кто-то задел, если ты, открывая багажник, там что-то зацепил, у тебя опять-таки пластиковая неокрашенная накладочка. Кто понял жизнь, тот не торопится. Проем больше. Он без уступов, без ничего. У меня обещано 560 литров. И вот ты открываешь этот багажник и веришь, да, тут будет. Пол двухсторонний. Если ты выехал из колхоза в город, ты его стелишь вот этой стороной, ворсистый. Если ты возвращаешься в колхоз, ты кладешь вот так вот сверху. Причем два уровня. Можно повыше, можно пониже. Снизу докаточка, разумеется, тут по-другому быть не может, но она достаточно крупная такая, настоящая. И, кстати, если ты по своим колхозным делам вот сюда положил тушку, и, например, тебе надо положить что-то большое, и тебе мешается шторка,
Ты шторку аккуратненько раз под пол и спрятал. Я хочу дополнить, задний ряд у меня двигается, поэтому, ну да, там немножко можно оставить место для ног и, в принципе, увеличится багажник. Да, и все твои мелкие вещи, они завалятся туда, потому что будет очень большой перепад. Ты сдвигаешь сиденье, образуется вот такого размера, но очень глубокая ниша. Есть полочка, которая позволяет выровнять пол в случае раскладки сидений. Есть докатка. Все, что необходимо. В принципе, здесь тоже ниши для определенного инвентаря. Ну, не так уж и плохо. Я повторяю, для пижонов. Не, в колхоз мы на этом автомобиле не поедем. Ответственный момент для двух автомобилей, собранных в России. Питер. Против Калуги. Калуга. И там роботы же собирают. Обязательно, да, но у меня проем больше по ширине, больше по высоте, сама машина крупнее, поэтому ей все-таки приходится немного сложнее. И там электрический привод задней двери. Да, но здесь он такой неспешный, смотри, как ровненько. Не, ну тут нет больших зазоров, все линии ровные. Да, они чуть-чуть, может быть, там на миллиметры отличаются, но сама плоскость хорошая. А вот и Тигуан. Тоже висит все примерно то же самое, но сам автомобиль все-таки заметно компактнее. Но при этом на его базе, естественно, есть Skoda Kodiaq, которая крупнее. Открылся. Очень быстро, услужливо делает Тигуанчик это. Есть небольшой перекосик, то есть видно, что зазоры слева меньше, чем зазоры справа. Вот тут какая-то щель появилась. Но палец особо не влезает, ну, разве что вот здесь внизу. Я бы сказал, что... Ничья! Да, Петр, обрати внимание, что у меня буксировочная петля, она жестко установлена. Она под бампером, вот здесь вот снизу, она не выпирает. Но если кого-то надо вытащить, где-то помочь на дороге, бензин у кого-то кончился, ты остановился, хлоп, зацепил. И доброе дело уже тебе посчитано. Петр, ну как тебе обновленный Тигуан? Ты знаешь, я вот внутри чувствую себя в Туареге, но когда вот... Суки не пропускают совсем даже, вот поддавливают, хотел за тобой как-то угнаться. Я понял, что все-таки ты не в Лексусе, а я не в Туареге. Ну как так получается? Вот Volkswagen рвется к экономии, выдает мощные, быстрые, динамичные автомобили и так много жрет мотор. Вообще я не понимаю это. Volkswagen сделал ставку на турбомоторы 15 лет назад. И 15 лет назад это был прорыв. Сейчас атмосферники очень здорово спрогрессировали. Плюс 8-ступенчатый автомат. У тебя 7 DSG передач, а у меня 8. У меня приборка здесь, она 3 варианта выбрасывает. Ну, то есть всю статистику я могу получать. Мультимедиа, большой экран, тут под 10 дюймов. Ну, он хорошо стоит. Не раздражает меня, как вот в твоем автомобиле. Слушай, но приборка крутая, я согласен. У меня она как бы такая полуцифровая, у меня центральная часть 7-дюймовая. Люк у меня создает пространство и так ощущение, что жизнь прекрасна. Активный круиз-контроль, современно. Моя правая нога, уставшая давить на газ, она вот в данный момент отдыхает. Слушай, ну обычный круиз у меня есть, у Toyota потенциально он есть, то есть ты можешь купить машину с адаптивным круиз-контролем, ну примерно с тем же набором функций, что есть и у Volkswagen. Ну окей, да, максимальный RAV4 стоит 2900, твой конкретный автомобиль, и в него наверняка еще можно что-нибудь довернуть, он стоит уже 3 100 000. У меня спереди есть, между прочим, 3 нормальных USB-шки. Это очень меня с утра вывело из себя, что я должен был метаться, искать переходник, потому что у меня Type-C. Окей, ничья. Предвкушаю ваши комментарии о том, что Toyota меня купила. Но все наоборот, вы понимаете, это я купил Toyota. Мне действительно нравится. Нравится высокая консоль. И ну, ты ощущаешь себя как в легковом автомобиле, то есть все как-то более органично. Volkswagen по эргономике были идеальны до тех пор, пока они делали легковые автомобили. Мне очень нравится, что очень тихо работает климатическая система. Я не люблю, когда вентилятор очень шумит. Вот этот гул от вентилятора, такой паразитный шум, он мне мешает слушать автомобиль, там, что происходит на дороге, что происходит с машиной. Климат-контроль, воздуховоды, регулировка, люк,
Много места. Центральный тоннель. Вот смотри, прям. Сколько я для багажника освободил. И там дыра. 8 сантиметров. Дыра не страшная, лишь бы было место. 8 сантиметров я для багажника освободил. Самое главное, люк над головой. Смотри, да. Во всю крышу. Очень комфортно. Ощущение простора, воздуха. Знаешь, для чего эти европейского кармашки? Европейского автомобиля. Для чего эти кармашки? Для мобильного для телефона. Для твоих рук. Не, для мобильного телефона. Да, только поставить на зарядку ты сможешь один мобильный телефон, и тут, если у тебя будет проводок с одной стороны Type-C. Пойдем посмотрим в Toyota, но это автомобиль, чтобы сзади сидело двое, потому что третьему, естественно, будет неудобно. Огромный тоннель. Для ног по длине очень много, над головой без особого запаса. Простенько и тесненько для ног. Зато смотри, сколько места. Тут ладонь на ребре. Вот даже еще зазор какой-то есть. Для ног, ну вот так, на сантиметр меньше, чем в Тигуане. Спинка не регулируется. Как-то не регулируется. Фух. Опачки. Я имею в виду, подушка не катается туда-сюда. Сиденье на салат. Не катается, не да. Катается. Нет люка, есть подлокотник. Люка нет. Здесь нет люка для лыж. И здесь нет люка. Подогрев сиденья у меня, естественно, тоже есть. Климата, к сожалению, нет, но есть пара USB-шек. Окей, я отдам тебе. Я вот только не знаю, полбалла или балл. Там. В Тигуане более цивильный задний ряд. Ноги я... уходят спокойно вот по сиденью. Я тебе отдал балл за багажник, не стал сильно сопротивляться. Я считаю, здесь балл. Хорошо, ладно, забирай балл. Потенциально Toyota RAV4 более проходимая. В моем исполнении. У меня есть сзади две... электронно управляемые муфты, которые могут распределять момент между задними колесами. Это крутая штука, но пару раз я видел, как она перегревается. Достаточно быстро, не успев реализовать. Мы едем как раз по таким кочкам. Так, ESP, конечно, сразу. Но. Эй, перегрев, но мы уже наверху. Ей прям тяжело приходится. Либо Toyota ее просто очень бережет. Это новая система, и с ней надо быть очень аккуратным. Но мы забрались. Но. Вот у меня автомобиль. Есть чем побаловаться на бездорожье. Я ESP не стал отключать. Просто на бездорожье профиль. Смотрите, как легко. Надо сказать, что у Тигуана чуть лучше колеса. Это Pirelli Scorpion, такие кроссоверные. Ух. Заднему бамперу было непросто, но в целом он заехал. Фу. Вот просто на бездорожье проще. Смотрите, как легко. О, ну что ж, а теперь максимально крутая горка. Мы пробовали на нее забраться зимой, но это невозможно. Мы пытались на нее вскарабкаться на переднеприводных машинах. Никак. И оп. Окей, я выбираю самое крутое место. Оп. Легко. Непонятно, сколько таких стартов выдержит DSG, но так как она мокрая, наверное, она поработает. Так, ну для развлечения решили поменяться автомобилями, чтобы уж было совсем честно. И стоим почти на вертикальной горе. Вот эта камера все видит. Ой, тоже въехала. Тоже въехала. Тоже въехала. Ну, песок. Так, у меня есть внедорожный режим, но я поеду просто в спорте. Готов? Ты готов-то? Я всегда готов. Все. 3, 2, 1, старт! Прыжок. Давай. Так, ну там грохотало.
отогнуло, да? Сейчас пробивает подвеска у тебя. Ева! 37, 37, 87. 37, 87. Посмотрим, чем отбить Тигуан. А ты что там молча прошел? Конечно, вот это все. Так, ESP Sport. 3, 2, 1, старт. Очень бодрый старт, но с опозданием. Так, ответственный момент. Так. Опа, нет, такого пробоя нет. Не, ну окей, наверное, чуть медленнее получилось. Я как-то инстинктивно притормозил, мне было страшно. Ну ладно, нормально, мы едем, я же еще жив. Так бухает негромко. Поплотнее подвеска. Ну, давай, давай, давай. И оп! 37-62. А там было 87. Ты как Формула-1 прям штампуешь. Полбала. Не, но, слушай, но смотри. Ну, Toyota молодец, то есть она темп держит, да? Toyota очень отзывчивая. Здесь все чуть здесь больше мощности, и, собственно, вот этот разгон с места на маленькой скорости здесь имеет преимущество. То есть тут как больше ярости, но эта ярость приходит с опозданием. Ну что, друзья, достойные конкуренты. Уж мы их мочили. И причем не первый раз. Они из трамплина у нас прыгали. И здесь вы видели на песке, как прыгали добросовестно. Молодец, ведущий. Я изменил свое отношение к Тойоте, правда. Я садился в нее, говорил, надежно, ну все. А сейчас, понимаешь, и дубасить на ней можно. Я убедился в правильности собственного выбора. Ну смотри, этот автомобиль более экономичен. Он на трассе чуть более быстроходен. И он проигрывает в тот момент, когда ты начинаешь доводить его до грани. То есть, если тебя интересуют сотые доли на круге, если тебя интересуют сотые доли миллиметра дорожного просвета, он проигрывает. А если нужна буря в пустыне, экстрим, да. Ну так, между делом, между бизнесом. По дороге в сервис. Да. С вами был блог Авто МПС. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, будете получать наши видео как минимум раз в неделю. Хорошего дня. До новых встреч, друзья.